Привет, меня зовут Александр Воеводин. Это рубрика «Без меню», в которой я отвечаю на вопросы наших подписчиков на YouTube-канале и Facebook и делюсь советами по открытию и успешному развитию своего бизнеса – кафе, бара, ресторана или кофейни. В этом видео вы узнаете, почему лето – это отличное время для открытия своей кофейни. Многие считают, что открытие кофейни летом является как минимум нежелательным. Некоторые считают, что даже разорительным или абсолютно неправильным действием, что нужно знать осени, либо же зимы. На самом деле, если детально присмотреться, детально спланировать, то можно убедиться в том, что открываться летом – это на самом деле отличная возможность. Тем более, если это для вас первый бизнес. Первый плюс, который вы получаете, это в летнее время в большинстве торгово-развлекательных центров, торговых центров освобождаются арендные площади, да и не только, и просто арендные места. Вот, соответственно, это возможность получить классное место недорого относительно в рынке, вот, и, соответственно, в довольно неплохих местах. Именно благодаря тому, что в летний сезон происходит по некоторым направлениям бизнеса спад. Второй плюс – это возможность получить каникулы для построения своей кофейни. В летний период, благодаря тому, что на площадях спрос меньше, и эта возможность становится ближе к каждому предпринимателю. То есть у вас больший период для построения своей кофейни без оплаты аренды может появиться. Так называемые арендные каникулы. Третьим плюсом у нас является то, что вы сможете качественно подготовить ваших сотрудников к сезону. Что это значит? Люди научатся качественно готовить свои продукты. Пока не сезон, пока не такой большой поток людей, человек может уделить больше внимания качеству тому, как правильно готовить кофе. И доходя до сезона, человек увеличивает скорость обслуживания. Когда мы достигаем уже сезона, пика сезона в зиму, то человек уже за летний и осенний период успел настолько быстро готовить кофе, что вы получаете сверхприбыль за счет того, что обслуживаете больше клиентов и продаете за один и тот же промежуток больше кофе. Еще одним плюсом для тех, у кого есть возможность размещения летней площадки, является появление этой летней площадки. То есть вы больше людей можете привлечь, больше людей у вас может остаться, и вы, соответственно, можете заработать гораздо больше именно благодаря тому, что у вас есть возможность поставить большую летнюю площадку. Многие кофейни с небольшой площадью, но у которых есть возможность расставить летнюю площадку, посадочные места, очень хорошо выигрывают за летний сезон в этом. Пожалуй, одним из самых важных факторов в летний период для всех туристических мест, для всех мест водоемов, рек, морей, океанов, природы, туристических городков. Потому что действительно в летний сезон оживляется все, и именно в этих местах трафик людей колоссальный. Люди отдыхают, и находясь в отдыхающем состоянии, готовы все чаще и больше радовать себя такими небольшими, но приятными подарками, как чашка вкусного, правильно приготовленного кофе. Я озвучил 7 основных плюсов, которые можно получить, открывая кофейню летом. Но это, если хорошо присмотреться, далеко не все положительные стороны, которые можно увидеть при открытии кофейни в летний сезон. Если данное видео было для тебя полезным, ставь лайк, подписывайся на наш канал, делись видео с друзьями. И если у тебя есть вопросы по бизнесу, вопросы по тому, как открыть свою кофейню, любые вопросы, связанные вообще с деятельностью кофейни или кафе, пиши их обязательно внизу под этим видео в комментариях. И в следующем видео, возможно, я буду отвечать уже именно на твой вопрос. До встречи в следующем видео.